Верди показывает, даже удивился. Говорит, Монреаль, что ты тут показываешь? Ты мне ногу выставил. Ты мне поставил шлагбаум. Ну, отчасти Варди и искал этого столкновения. Он знал в этой ситуации, что он прокидывает мяч, и он в дамках. С другой стороны, он и выставил, но он начал ее убирать. Он весь как мог изогнулся, начал Монреаль, уходя от столкновения с Варди. Но он задергался, безусловно, внутри штрафной площади. Он перестал понимать, на какой скорости сейчас, на какой скорости будет действовать Варди. Это последние первый... точные удары Варди. Это первый пенальти ворот Арсенала в нынешнем сезоне. Аткинсон, мы говорили, что почти не ставит 11 метров, но этот поставлен и реализован. 1-0 впереди Лестер. Джейми Варди, как всегда, главная звезда английской премьер-лиги на данный момент, отпраздновал свой новый контракт не только новым Бентли, но и этим голом в очень важном матче на Эмирейтс. 22-й. Джейми Варди совершенно без шансов для Петра Чеха. Пробивает вправо от себя. Очень точно в угол. Вот все-таки эта ошибка случилась. И опять же она абсолютно укладывается в стилистику противостояния. Да, они получили возможность.